Друзья, здравствуйте, и я хочу сказать, что у нас становится доброй традицией вести репортажи из зоны бедствия силами блогеров, находящихся в зоне бедствия. Вот Том и Станя, генерал из затопленного Хьюстона, вот вели репортаж. То мы силами Натальи Квик, которая находится в пока еще нетронутом солнечном вечереющем пригороде. Чего? Орландо. Это, друзья, не Майами. Орландо, да, от Орландо до Майами еще этому урагану все кишки там растерять. Но тем не менее, Наталья, как держатся флоридчане? Есть ли соль, спички, бутылочная вода и керосин в наличии? И как вообще уезжают многие реально? Ну, вообще, из Орландо, я думаю, что мало кто уезжает. Я вообще не знаю никого, чтобы кто-то уехал отсюда из Орландо, потому что мы уже увидели, что до нас ураган дойдет второй или третьей категории. Поэтому уже не так страшно, как было вчера и позавчера. Но один случай меня немножко заставил вчера нервничать. Я расскажу, какой. Потому что таких случаев я никогда не видела своими глазами. Я вчера пошла в Lowe's, и мне муж сказал купить тарт. Значит, мне сказал купить гвозди и lantern. Lantern – это вот такой фонарь, он светит, работает на масле или на керосине. Ну, что это такое? Я не знаю, у меня никогда не было lantern, но название я помню. Я пришла в Lowe's и спросила, где мне купить lantern. Мужчина, который работает, смотрел на меня и с улыбкой сказал: если вам нужен лантерн, поезжайте в Норт Каролайна. Говорит, по всей Флориде все ищут лантерн, никто найти не может. Вот. И пока я с ним разговаривала, я краем глаза увидела, что завезли воду. Такой огромный паллет воды. Все кинулись туда. Начали разбирать воду, и когда... Не то, что разбирать, а встали в очередь. И каждый человек, когда подходит, им давали один или две упаковки в руки. То есть не давали три или четыре, только две. Вот. Когда я подошла, меня спросили, сколько, я сказала две. Мне положили, значит, воду, и я отъехала, и слышу, там какая-то началась шумиха, неразбериха. Я поворачиваюсь, смотрю, два мужчины между собой, можно сказать, дерутся из-за воды. Один, значит, взял одну упаковку, а второй схватил последнюю. И тот, который предыдущий, он, значит, у него начал отнимать. Ну, в общем, один другому показал средний палец, тот ему, значит, послал на F. И, в общем-то, я как блогер, к сожалению, даже у меня и камеры с собой не было, поэтому я так в таком шоке, честно говоря, была. И долго ходила еще по магазину. Все люди, которые купили воду, уже ушли, а я все еще с этой тележкой ходила с водой, и каждый человек, который меня видел, напрыгивал, можно сказать, на меня и говорил: где вы это взяли? Я говорил, ну, вот там давали, но уже нет. И что смешно, не было бы так смешно, если бы не было так грустно, так можно сказать, да? Я захотела в туалет. И я поняла, что я в туалет не могу пойти, потому что если я оставлю эту тележку у туалета, у меня эту воду, значит, просто могут слямзить. Поэтому... А тележка в кабинку не заходит? Ну, нет, конечно. Так. А вот, и поэтому... Мне пришлось быстренько заплатить, вести всю машину и бегом вернуться в туалет. В общем, вот, потому что люди как вампиры смотрели на воду, вот так прям косились. Я не знаю, у меня такое было ощущение не очень приятное. Потом я поехала в магазин Costco, посмотрела пустые полки. Ну, то, что, чтобы сказать совсем пустые полки, не сказать, потому что продуктов очень много. Единственное, где пусто, это где хлеб, где супы в баночках, вода, естественно. А вот такие продукты, их просто никто не берет, потому что люди боятся остаться без электричества и, возможно, естественно, без холодильников, поэтому много продуктов никто не берет. Ну, подожди секунду, вот у меня вопрос насчет воды. У тебя дома стоит система, которая фильтрует, да? Ты можешь набрать все кастрюли, которые есть у тебя в доме, набрать воды, и тебе, наверное, хватит этой воды. То есть, что за проблема с водой? Я набрала, у нас такие, даже не кастрюли, а у нас такие есть прозрачные бутылки. Да, мы набрали. Но я как раз в тот день,
я как раз в тот день встречалась с женщиной, которая показывала дома. И они не смогли купить воду, они у них дети, поэтому я вот им отвезла эту воду. Вот, и думала, ну если я еще возьму где-нибудь, кому-нибудь можно отдать, потому что люди работают на многие и не могут. Нет, ну можно набрать, можно запастись же, пока вода есть, есть свет, есть вода. Постой, секундочку, но да. Вот сегодня пятница закончилась у вас, да? Люди на работу ходят или на работе им говорят, идите запасайтесь там водой и спичками? Ну, сегодня еще работали, да. Винсентом я сегодня не работал, но вообще люди еще сегодня работали. Завтра уже. Завтра суббота. Но вот риэлторы продолжают показывать дома, получается, да? Вот. Я показала дома, потому что ну, просто мы так захотели посмотреть на эти два дома. А вообще все моргичи, все приостановлено, все, естественно, клоузен. Люди не хотят уже покупать сейчас дома до ураганов, потому что не знают, что с этими домами будет. Да. Вот. Но вот после ураганов будут делать опять инспекции домов. А вот интересно, если дом находится в транзакции, да, и человек его уже вроде продал, а другой человек его еще не купил, и вдруг у этого дома срывает крышу ураганом, да, и тот говорит, да я не хочу его покупать теперь без крыши, кто это платит? Нормально, это абсолютно нормально, у человека есть право не покупать этот дом, так как вот так вот произошло, поэтому тому человеку, который продает дом, нужно ждать, чтобы страховка оплатила, все починила, и тогда будет дилей. Я думаю, Света, что причиной будет, вот как Наташа сначала сказала, причиной будет банк, который не даст денег на эту транзакцию, потому что у дома нет крыши, и это значит, во-первых, что не факт, что там он сможет въехать в него и платить, во-вторых, не факт, что этот дом не разрушится внутри от дождей, представляешь, какой ущерб может конечно, быть дому, конечно. И банк не хочет своими деньгами рисковать. Но даже если человек покупает кэшем, даже если он не берет в банки, все равно он имеет право не покупать, понимаешь? Ну, да. Он хочет новый, он целый дом, он не хочет поломанный. У него же еще страховка как бы не включилась, он же еще не... Но в контракте на покупку там написаны те причины, по которым можно отказаться, правильно? Это же перечисляется. Конечно. Вот какой-то форс-мажор есть там? Конечно, ураган – это самое, что ни на есть причина, по которой человек может сказать, я не буду этот дом покупать, пока мне его не дадут таким, которым я его собирался покупать. То есть фактически вся эта финансовая нагрузка лежит на продавце снова, да? Потому что страховка все не покроет, у него есть дедактабл, то есть у него дополнительные расходы будут сопряжаться. Но до тех пор, пока он собственник. Понимаешь, на следующий день после того, как ключи отдали, да, или с того момента, как ключи отдали, уже все. Уже да. Отвечает новый хозяин, но пока ключи у тебя, значит, это да, ты в ответе. Да. Я думаю, что люди, которые находятся вот так в транзакции, они, наверное, очень сейчас переживают за все это. Слушай-ка, а вот такой момент. Переживают больше те, кто продают, а не те, кто покупает. Да, те, кто продают, я это именно сказала, конечно. Наташ, видны какие-то транспортные потоки там с юга на север? Вот ты говоришь, местные никуда не едут. А есть такое, что вот хайвеи забиты, ну что-нибудь такое? Конечно, я на хайвеях сама лично не была, но я вижу по телевизору, показывают, что очень хайвеи очень идут, наверное, 20-25 миль в час, очень медленно. И я думаю, что даже когда начнется ураган в Майами, они все еще будут ехать, потому что люди едут в Джорджию, в Саут-Каролину, в Норт-Каролину, то есть вот в такие места. Но думаю, что... Все равно еще говорят, что сегодня последний день, когда вы можете уехать. Видимо, все равно уехать еще есть смысл, потому что он еще придет только завтра, ураган. Наташенька. Послезавтра. Нет, в Майами. В Майами завтра. Такой вопрос. Со стороны властей, вот как бы, я не знаю, ну там по телевидению, там по каким-то средствам массовой информации, со стороны властей есть какие-то, ну, советы, что ли? Или, я не говорю про требования, но хотя бы советы. Вот, ребята, лучше сваливаем. Или кого-то, например, насильственно, не насильственно, а в обязательном порядке кого-то эвакуируют. Может быть, дом престарелых, я не знаю, ну конечно, кого-то. Эвакуируют в обязательном порядке, но это относится к Киев, это относится к Майами, Саут-Майами. Но не здесь, не в Орландо. В Орландо не... Я вообще про Орландо пытаюсь слышать и хоть что-то услышать, но ничего никто не говорит про центральную Флориду. Думаю, что у нас нет такого опасности. У вас там крокодилы есть в прудах? Блин, я не знаю. Ты не видел? Маша, крокодилы испугались? Нет, как бы они не вышли из прудов. Там нет. Не пошли по местам. Я не знаю, я вообще сижу сегодня целый день дома. Целый день идет дождь. Сегодня был очень сильный дождь. Такой дождь, что я уже говорю Винсенту, может, уже началось? Типа ливень? Нет, еще пока не началось. То есть, постой, дождь, который сегодня. Ты таких раньше не видала?
Ну, видала, конечно, но ага, просто окей. Такой вот коренной прям белый был такой дождь. Понял. Давай, что тебе пишут подписчики? Я знаю, что ты делала какие-то репортажи, ты в магазине снимала. Подписчики за нас переживают. Так. Говорят, что все будет хорошо. Подсказывают, что мне убрать, значит, с улицы и принести домой. Вот я так. Вроде как мебель принесла, и там мне говорят, Наташа, ты вот забыла там решетку у себя на fire pit. Это очень, я говорю, это точно забыла, сняла. Ну, в общем, я не знаю, и... Я, как я сказала, что я переживала больше вчера-позавчера, я приехала к своим друзьям, к Игорю с Оксаной, они вообще там говорят, о чем ты говоришь вообще, мы даже и не думаем об этом урагане. Как-то они в меня вселили такую надежду. А вот... Это у меня подруга Люба. Угу, Люба, знаю. Я хотела про нее рассказать, потому да. Что очень многие в комментариях говорят, Люба, спасайся, уезжай, значит. И Люба пытается всем там написать и как-то... Люба работает в таком месте, она называется Assisted Living, там, где пожилые люди живут, дом, и там помогают, там, где они, то есть они вроде как и сами, они даже еще могут водить машину, но они нуждаются в какой-то помощи. Так Люба работает в этом доме, и она обязана быть в ураган на работе, даже если у нее по графику выходной, она должна быть там, и она не имеет права позвонить и сказать, я заболела, даже если она на самом деле заболела, она должна быть там. И она должна приехать за день, можно сказать, до урагана, за день до своего графика, чтобы не позвонить и не сказать, вот там деревьями завалило, и мне не доехать. Она не имеет права этого просто сделать. Вот так вот интересно. И там пишут, ну ведь не могут заставить человека погибнуть. Ну вот, спасатели уже... Нет, но погибнуть речь не идет. Речь идет о том, чтобы помочь людям, которые не могут за собой... Да, комментаторы у нас боятся, что мы погибнем, понимаешь? Да. Значит, друзья, все, кто хочет, чтобы Наташа выжила, немедленно ставят лайки, даже если они уже поставили. Значит, я не знаю, что делать. Зайдите еще с одного аккаунта и поставьте второй. Да, будет очень приятно. Я посмотрю, сколько лайков будет под видео. Это значит, столько человек за нас болеет. Наташенька, ну, это только если ты выставишь это видео у себя тоже, потому что я пока что вот у себя его повешу, так что лайки пока к нам идут. Вот. Но если ты у себя повесишь, я не знаю, если ты захочешь. Вот, то тогда и мы удвоим эти лайки. Кто хочет, чтобы видеть Наташу живой и невредимой, ставьте лайк. Я обязательно вот, еще да. Выйду, как говорится, в час пик, когда будет ураган, если мне повезет, у меня будет интернет, то, конечно, да. Мы, может быть, еще... Все. Света, мы пользуемся предложением. Ты выйдешь куда-нибудь на улицу или окна откроешь, чтобы мы слышали, да. Как это все... А может быть, я буду делать интервью где-нибудь под кроватью. Да. Кто его знает, что там. Это тоже неплохо. Но чтобы именно вот окно открыто и чтобы все было слышно. Да. Хорошо. Даже если у тебя не будет электричества, но камера у тебя заранее заряжена, да. Ты все равно можешь все снять, а потом вывести. Нет, да, камера у меня заряжена. У меня 4 батарейки на 4 дня. То есть я буду снимать. Ну что, блогер, раз блогер, так надо. Да подожди, так ты была только в одном магазине, или ты была еще где-то? Ты, по-моему, сказала про Костко, ты сказала, да? Костка, ты еще Костка упомянула. Сэмс Клаб. А, Сэмс Клаб. А вот народу много в магазинах или народу не видать? Ну вот, когда я была, уже было настолько пусто в магазинах и не было вообще никаких очередей. И я сначала подумала, а как же, неужели людям ничего не нужно? Да. И потом я поняла, что в магазинах ничего не осталось того, что могло бы помочь в ураган. То есть абсолютно было все сметено, то, что... пригодится. А то, что не пригодится, уже никто не покупает, потому что... А там... резиновые лодки есть там у вас? Наверное, есть, но у меня нету. Нет, ну я к тому, что вдруг там затопит, а в раз резиновые лодки. Нет, я думаю, что не затопит, и не затопит 99%. Потому что в Хьюстоне затопило, вот Винсент мне рассказывал. Я опять же слушаю, что говорит мне Винсент, да? Да. Он говорит, что в Хьюстоне граунд, как сказать? Земля? Да. Земля глиняная. То есть грунт. Там, грунт. Глиняный грунт, да. И поэтому вода не проходила очень быстро, когда дождь. И еще вдобавок там прорвало дамбу. У нас, Флорида, это кусочек песка, как он мне объясняет, через который очень быстро просачивается вода. Наш дом находится, я не знаю, по-моему, 30 или 40 feet above the ocean, то есть выше уровня воды. 10-12 метров, хорошо, да. Да, и
Это очень высоко. И наш дом, он из цемента, из кирпича, из бетона. Поэтому я думаю, что мы в целости и сохранности. Единственное, что может быть, это может упасть дерево нам на крышу. Но от этого мы не застрахованы. Ну, в смысле, вы застрахованы страховкой, но не застрахованы, что такое может не случиться. Нет, ну, может быть, если страховка Харикейна не страхует. У нас есть, я думаю, не застрахованы, как Бог решит, так и случится. Ну, мы будем надеяться, что у вас все будет хорошо, и ничего вам на крышу не упадет, и все будет замечательно, вы с честью выйдете из этого Харикейна. Вот, хорошо. Значит, давайте так, ребята, оставляем Наташу готовиться к разным событиям. Слушай, а интервью проводятся в компаниях? Я не знаю. А, вот это интересно. Вот это... Но у меня, это, наверное, уже не по теме, но у меня вот девушка, которая со мной работала раньше, она только что отучилась у тебя в классе и нашла работу, и мы с ней сделаем... Машенька, это. Машенька, она сладкая, она очень хорошая девочка. Вот, ну, это отдельная история, но это не было сегодня интервью. Сегодня, может быть, референсы на нее попросят. Хотя уже рабочий день у вас, наверное, там закончился. Ну, хорошо, ребята, значит, ждем Харикейна, и чтоб все прошло хорошо. Нет, мы не ждем. Нет, ну ждем, чтобы он уже ушел, к чертовой матери, чтобы уже снова все было в порядке. Ну, ничего, мы живем в таком штате, на который каждый год обрушивается ураган, хотя... 10 лет не было. Вот я приехала в 2004 году во Флориду, и я попала как раз в том году, я попала на третий ураган. Было 3 урагана сразу. Угу. Я попала на третий. Через 10 лет в том году был еще один ураган. Он назывался Матвейка. Я его так назвала. Ураган Мэтью. А был третьей категории. Было страшновато. Я помню, мы проснулись от грохота. И я испугалась, что падает крыша. Вот такой был грохот. Но на самом деле это вот просто падали ветки на крышу. Вот сейчас посмотрим, какой придет ураган. Ты знаешь, я подумал, что вот по аналогии с тем старым советским анекдотом, когда человек давал объявление и писал «меняю 5-й пункт на 2 судимости». Вот, так я говорю, мы тут из Калифорнии, можно сказать, меняю 1 Харикейн на 2 землетрясения. Там, о, Господи. Это шутка, Свет, это шутка юмора. Не надо так близко воспринимать. Все, друзья, да. Те, кто не поставил лайк, имейте совесть. Вот, от в ваших руках судьба, так сказать, целого края. И мы тогда не прощаемся, Наталья. И держите за наши кулачки, нам будет очень приятно. И Света, и Михаил, мне очень было приятно с вами провести интервью. Или вы со мной провели, наверное, интервью. И я очень надеюсь с вами скоро увидеться в жизни. Все машем, все втроем синхронно машем ручкой. Вот.